Привет! Специально для одного из моих подписчиков делаю срочное видео. У многих перестает работать акселерометр в часах на базе Android OS. В этом видео я покажу, как сделать так, чтобы акселерометр вновь работал. Итак, скачиваем программу Bubble Level. Если ее скачивать из App Store, она не установится. Нужно скачивать с всем известного сайта 4PDA. Итак, вот если у вас работает акселерометр на часах, то у вас будет белый кружочек находиться в центре, если вы положите часы параллельно столу. Чтобы откалибровать, нажимаем нижнюю правую кнопку, видим Setting, а выше будет Calibrate. Итак, нажимаете кнопку Calibrate. И часы откалиброваны, но не забывайте, чтобы вот эта штука у вас была всегда включена. После этого датчик вновь будет работать, и часы при скидывании руки будут загораться. Всем удачи, всем пока!